Как круто, когда ты заранее собрался к Красноярску, и у тебя есть время немножечко позаниматься вот такими штуками. У нас давно уже стоит в коробке новый компрессор, и мы наконец-то решили его запустить. Сейчас подключим 380 розеточку. Вот, Васька сейчас фильтра поставит, и будем пускать в работу. А вот этот вот малыш поедет в сервис всего на 100 литров, его там хватит. Итак, подключение произведено. Будем пробовать. Что у нас на единице, да? Отойдите все подальше. Ничего себе. О-хо-хо. Качает. Ну, это мы на дренаж его продули, если в нем есть какие-то посторонние жидкости или предметы, типа пыли, грязи. Ладно, потом обрежу. После нескольких пар подходов идем на максималку. Пошла максималка. Силы это чувствуются, рывок есть еще. Надо продолжать. Заниматься? Да. О-о-о-о. А что началось? Я устал. Я устал, я ухожу? Ну, видимо, все, бензин кончился. Да. Надо есть идти. Куда идем, непонятно. На максималку идем. После лесенки. Машина. My God. Бойтесь там все. Пойдет, пойдет. Нет, не портит, походу, пожалуйста. По-видимому, приживаются в нашей команде только одни чистюли. Вы посмотрите, на улице хрен пойми что, а у нас просто, просто бомба. Недопротертый Lexus. И как бы... Пошел за тряпкой, сейчас я его закусил. Сейчас будет допротирать. Надо было сказать, что он ездит быстро и высохнет. Но ты уже все, упустил эту возможность. Понамоют машин, потом крадутся на первой передаче. Потому что лужи. Документирую школу ремонта. Здесь у нас полотенчик. Здесь из профиля все зашьется плиточкой красиво. Будет тут ниша, тут стеклянная дверь купе. Трапик классный сделали. Слив будет такой необычный. Тут ракаем. Ну и как бы здесь тоже штукатурные работы. Продолжается, скоро пойдет плиточка. Как-то так веселимся. Доброе утро. Стартуем в Красноярск. Конечно, не на этой прелести. Сейчас заезжаем за Таурегом, цепляем прицеп и валим. Но еще одно дело надо сделать в Омске. Помочь нашему красноярскому другу. Но об этом позже. Едем. Итак, прицеп загружен. Последние приготовления. И стартуем. Игрушки оставляем здесь. Погнали. Костян, братуха, ты там в Красноярске? А мы тут из Омска пешком вышли с твоими порогами. Жди нас, скоро будем.